Hey, what's up, guys? Вы на канале Вики Вики, и сегодня мы поговорим о настоящих временах в английском. Так что запасаемся кофеечком, чаечком и погнали! В русском и в украинском языке время-то одно настоящее, но в английском их четыре, и это present simple, present continuous, present perfect simple and present perfect continuous. Present simple – простое, настоящее время. В том-то его изюминка, что оно действительно является одним из легких времен. Для того, чтобы его образовать, нам понадобится to be, который имеет три формы am, is, are. Как же выразить в present simple то, что происходит с нами каждый день? Например, я учу английский каждый день. I learn English every day. Если же моя подруга учит английский, то можно сказать she learns English every day. Я добавляю буковку s в конце. Learn, learns. Рассмотрим present simple на примере из фильмов. Bus leaves in 45 minutes. I surprise myself sometimes. Если хочешь задать вопрос present simple, используй вспомогательные глаголы do and does. Теперь я хочу сказать, что я учу английский сейчас, в данный момент. И я буду использовать время present continuous. I am learning English now. Если же мы хотим уточнить у нашей подружки, изучает ли она английский сейчас, мы зададим вопрос Are you learning English now? Рассмотрим present continuous в фильмах. Don't forget, we're still playing. The cold winds are rising. Если же вы хотите рассказать, как долго вы изучаете английский, действие началось 2 года назад, например, и до сих пор вы продолжаете учить язык, то вы можете использовать present perfect simple. I have learned English for 2 years. Я изучаю английский 2 года. I have done nothing wrong. That's right. I've been promoted. I won about 10 Nobel Peace Prizes. И последнее время это Present Perfect Continuous, про которое говорят, зачем его вообще придумали. А для того, чтобы сказать I have been waiting for you since 12 o'clock. Например, представим ситуацию, что вы ждете свою подружку, она позвонит на встречу. И вы можете сказать данное предложение, что я жду тебя с 12 часов. Рассмотрим примеры из фильмов. My friends and I have been traveling all night in hope of getting a chance to talk to you. You have been protecting me since you were a kid. Подпишись на канал и не забудь поставить лайк этому видео. До скорых встреч. Bye-bye.